Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор со станции Керчь-Пассажирская. И давайте пролетим по теплотрассе до индустриального шоссе, вон оно впереди. Посмотрим, вот как и обратно до разворотной петли, посмотрим, как возможно можно сделать дорогу. В одном из предыдущих видео мы проезжали с вами на машине, когда дождь шел. Вот остановились вон там, где дорога заканчивается. И вот оттуда я снял камерой. Кто это видео видел, имеет представление. Кто не видел, посмотрите. Вот пересекаем мы трассу Таврида, идущую на мост. Мост у нас с правой стороны. 9-й километр с левой. Вот мы ее пересекли. Впереди у нас индустриальное шоссе, улица Буденова. И вот сюда можно доехать. Вот окончание дороги, бетонки, она тут поворачивает. И вот отсюда можно проложить дорогу к разворотной петле. Сейчас мы с вами посмотрим это. Развернемся. Расстояние здесь небольшое. Из коммуникации вот только теплотрассы здесь. Ну, вроде больше ничего видимого нет. Может быть, подземные еще какие-то здесь проходят коммуникации. А так вот, раз, и разворотная петля. Вот до нее можно, вот сейчас мы к ней подлетим, проложить дорогу. Ну, естественно, индустриальное шоссе нужно реконструировать тоже. И вот возможен вот такой вариант. Вот мы подлетаем с вами к разворотной петле. Ну, естественно, насыпь нужно будет сделать. Здесь вот достаточно высокая насыпь сделана, чтобы развязка была в двух уровнях. Снизу проходит Таврида, а вот сверху это разворотная петля. Как видите, сверху пролетное строение и сам путепровод, он две полосы движения на нем. И вполне достаточно по одной полосе сделать в каждую сторону. И было бы шикарно вообще. Вот, обратите внимание, под самим путепроводом делают съезды, заезды. Вот она, дорога. Тут идут работы. Вот здесь будет пост ГАИ. Вот строят, видите, здесь площадку возле него. Пока вот с синими крышами он там находится, такой временный, наверное. И вот сюда его перенесут, потом будет досмотровый комплекс, все как с Таманской стороны. Сначала пост ГАИ и за ним уже досмотровый комплекс. И вот он, вот дорога идет, видите, поворачиваем направо. По этой дороге едем, едем и выезжаем на привокзальную площадь. Вот здесь, кстати, уже вот навстречу солнцу. Вот здесь уже щебнем отсыпают вот этот кусочек дороги, съезд и выезд с привокзальной площади. Вот работает грейдер здесь. Вот. И ну, вот так будет эту дорогу сейчас делают, так будет заезд с 9 километра пока. Ну, то, что я сейчас вам рассказал, в планах нет, но вот такой вариант возможен. Вообще можно рассмотреть, но это уже будет делать не федеральная стройка, а вот городской или региональный бюджет.
вот этот заезд, это уже его хлопоты, правильно мне кто-то написал. Ну и вот он, собственно говоря, сам вокзал Керчь-Пассажирская или Керчь-Главная. Давайте посмотрим здесь, что у нас происходит. Здесь уже, собственно говоря, посмотрите, идет полным ходом благоустройство. Асфальт сделали, вот бордюр даже поставили. Это у нас вот здание дежурного по станции. Ну и другие службы здесь будут еще. И посмотрите, мы с вами наблюдали гидропосев, и все больше и больше зеленого появляется вот в этом пейзаже, потому что погода вот на момент съемок было около 10 градусов тепла, высокая влажность и вот самое раздолье для травы. Видели мы с вами, как здесь вот в этом районе гидропосев производили. Ну и вот ждем, когда этот пейзаж более веселым станет. Главное, чтобы морозы, до морозов вот эта вся травка взошла. Путеукладчик стоит на своем месте, пока ему работы нет. Ну, здесь, собственно говоря, уже и нет ему работы в районе Керчь-Пассажирская. В сторону Багерова все уже уложили. Ну вот только на Багерова ему еще работа там какая-то будет. А так, вот из предыдущего видео мы видели, что практически Джанкойское направление, там уже шпалы до конца почти уложен, там метров 300-400 осталось. Ну и, естественно, нужно сыпать щебень, вести его и вести. Вот что, собственно говоря, и делают. Вот посмотрите, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вагонов со щебнем полные стоят. Где-то излишки даже вот убирают его. Ну и все пойдет туда, в сторону тоннеля, за тоннель, в сторону моста через Биель. Там тоже нужно еще сыпать. Да и Таманское подсыпать, и Джанкойское еще сыпать в некоторых местах с нуля. Так что работа еще есть. Вот посмотрите уже, как вырисовывается все, как красиво. Вот вокруг здания уже дорожки делают, ограждения ставят. Ну, на самих платформах, в принципе, платформы уже все готовы. Вот кое-где еще там какие-то мелкие недоделки остались. Ну, давайте посмотрим общую картину. Вот досмотровый комплекс. И впереди у нас шоссе Героев Сталинграда. Такая вот погода с туманами, так что вот картинка не совсем такая. Ну, нормально, все видно. Главное, вот откосы уже зеленые. Вот здесь побрызгали, видимо. Гидропосевом. И вот мы смотрим с вами. Где-то уже вот откосы плодородным отсыпали слоем. Ну, все больше и больше приобретает черты законченной станции. Конечно, еще работа есть, работа идет, и днем, и ночью идет. Так что к прибытию первых поездов на станцию Керчь-Пассажирская максимум будет сделано, но пока все равно высадки и посадки пассажиров здесь не будет. Будет на станции 7 колодезей. Или колодезей, как правильно. Так, ну вот переходы у нас пешеходные. Что-то начали вот лифт металлоконструкции лифта делать. Вот с правой стороны видно возле лестничных маршев, с другой стороны только. И вроде сейчас вот что-то дальше, пока никаких работ. Ну, может быть, там и ведутся, но вот на данный момент мы с вами что-то не наблюдаем. Вот она, конструкция лифта, вот металлоконструкции такие собирают. Ну, вот поближе подлетим, посмотрим. Все-таки посмотрите, сколько лишнего щебня. Вот между путями тоже нужно будет забирать его. Видели мы с вами, как железнодорожный кран, грейфер висит на нем и на платформу грузит. Вот такой номер один пешеходный переход. С него можно попасть на платформы. И давайте на здание вокзала посмотрим.
Вот уже здесь завесили сеткой, там уже начинаются работы. Заканчивают перекрытие, опалубку устанавливают перекрытие. Где-то уже вот потихонечку начинают армирование плиты. И идет левое и правое крыло вокзала, идет утепление стен. Ну, естественно, внутри идет отделка. Вот уже посмотрите, и на верхних этажах поставили пластиковые окна. Вот хорошо видно вот слева крыло. Да и справа тоже маленькие оконца такие. Может, они отсюда маленькие, а так на самом деле они, может, и нормальные. Здесь металлоконструкции под навес заканчивают ставить на береговой платформе, ближней к зданию вокзала, и накрывать поликарбонатом лестничные спуски. Это пешеходный переход номер 2. С него можно попасть на верхнюю площадку. Там по замыслу должна быть стоянка машин. И вот подъезжая туда, пешочком прошелся по пешеходному переходу, спустился вниз и возле вокзала Керчь Пассажирская. Здесь у нас, ну вот они, платформы, вот они как будут выглядеть. И верх, и бока уже закрыли поликарбонатом пешеходного перехода. Но вот здесь пока ясности нет. Вот дошли пешеходникам и все. Здесь никаких работ пока не ведется. Вот машины строителей стоят здесь. Такая импровизированная парковка пока. И все, больше ничего здесь нет. Зато откосы, вот видно уже на глазах, прям видно, посмотрите, все больше и больше зелени приобретают. Это хорошо, это говорит о том, что травка прорастает, откосы укрепляет. Ну и вот давайте подлетим к отделу полиции. Здание тоже утепляют, большое здание. Многие пишут, что здесь еще что-то будет. Ну, возможно, да, слишком большое здание. Внизу вот явно как под гаражи машины будут заезжать. Вот 4, видите, ворота такие будут большие, 4 проема на первом этаже. И идет утепление. Леса поставили, вот здесь балкончик, видите, эркеры. Достаточно такое веселое здание. Это вот здание для собак. На 4 собаки, вот там вольеры будут. Тоже уже облицовку стен сделали. Ну и коммуникации, разводят коммуникации, тоже здесь заканчивают уже. Ну, собственно, вокзал, вот еще крышу, наверное, крыть надо будет. Пока вот плита перекрытия, видно, бетон еще не закрывали. Городок строителей такой мини здесь, бытовки. Ну и подлетаем мы к теплотрассе. Я хотел обратить внимание вот здесь на светофоры. Вот здесь горловина станции будет и много-много светофоров. Вот, посмотрите. Отсюда трудно понять, светятся они или нет. Ну, сам факт, что вот сейчас, кстати, идут пусконаладочные работы железнодорожной автоматики, как со стороны Тамани на мосту, и вот Керчь Пассажирская. Уже идут наладочные работы, выявляют там все недочеты, огрехи, ошибки, все это исправляют, и к движению первых поездов, конечно, все будет уже готово. На самом мосту будет бессветофорная сигнализация. Все сигналы будут поступать непосредственно в кабину машиниста, и он все там будет видеть. Ну а здесь вот все со светофорами. Вот такой пейзаж у нас сегодня. Заброшенные заводы. В предыдущем видео мы с вами видели Альбатрос, стекольный завод, проезжали туда. Ну и общий план. Давайте посмотрим. Разворотная петля, вот к ней можно будет сделать подъезд.
Ну, конечно, все это нужно согласовывать, потому что дорога – это все федеральная собственность, а подъезды – это уже вот муниципальные проекты, региональные. Ну, вот так выглядит на сегодня, на сегодняшний день станция Керчь-Пассажирская. Довольно-таки привлекательный будет вид, когда все закончат, все облагородят, территорию благоустроят. Ну, я думаю, что будет все привлекательно и красиво. На этом я заканчиваю, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, проверяйте свои подписки. Всего вам хорошего и до новых встреч!